В Тверской области собрать мальчика в первый класс оказалось дешевле, чем девочку. Такие данные привел Тверстат, проанализировав расценки на школьные принадлежности. Подразумевается, что форма, канцелярские принадлежности, учебные и дидактические материалы, которые потребуются в учебном году для мальчика, обойдутся в 17 448 рублей, для девочки – 21 849 рублей. Такая ценовая разница объясняется тем, что производители формы установили минимальную стоимость школьной формы выше именно для первоклассниц. В ведомстве также рассказали, что по стоимости школьного набора Верхневолжье заняло 14 место в ЦФО.